Всем привет! Ну что ж, Лига Исследователей, героический режим в храме Орсиса. Рено почти заполучил жезл, но не удержался и потер най... Попробуем убить магом с поджигателями. Наконец-то пришел поджигатель. В принципе, наверное, интеллект чародея здесь не нужен. Мне и так будут давать карты. А вот ученица хорошо. Он ничем не сходил. Что-то новенькое. Неплохо. Главное теперь закрепиться. Красавчик просто, просто красавчик. Блин. У меня есть еще одна девочка, в принципе. Либо я могу их всех заморозить. Тем более вот заморозка пришла еще одна. О! Ну-ка. Забавно будет. Просто красавчик. Поджигатель просто красавчик. Живи теперь только, родной. Пытается убить. Нет! Фу. Слава богу.
Блин, нет, лучше, наверное, бурю сделать. Или нету. Я мечтаю быть похожей на тебя. Умеешь ты, тварина, выбирать цели. Ну ты сдохнешь. Сейчас что-нибудь выберем. Я знаю, что у меня летал есть. Взять, живым или мертвым. Так интересней. Что мне еще придет? Незваный гость. Да, я пробовал хендлоком, но магом, конечно, проще. Хендлоком просто должно так зайти, что, блин. Мы добрались до сокровищницы. Расхититель Феникс, ладно. Жрец, наше все. Дарует мне победу. Тут у меня немота, немножко таунтов, слизни. Конечно же, кража. Хватай посох. Блин, второй ход нечего поставить. Он сейчас 5-5 поставит. Нет, смотри-ка. Все-таки может агродропнуть его как-то. По-любому на столе должно что-то стоять. Я защищаю храм. Было бы сало еще, было вообще замечательно. Блин, маны не хватает теперь. Ладно, так сыграем. Ну за что? Так, слизнюк, настало твое время. Вера, мой щит. Сало, мой щит. Ну лучше Блин, седьмой ход и будет Flame Strike. Полюбас. Все.
Я этого все-таки поставлю. Себя хилю, чтобы пусть не что-то осталось. Да, вот он, Flame Strike. 4-5, неплохо. Твоя магия тебя не спасет. Сейчас может быть еще один Flame Strike, конечно. Нет, секира, нужен слизень срочно. Так. Есть. О, черт. Посчитался. Ты заколебал своими щитами. Нет. Жить. 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 Во имя света. Только не Flame Strike, только не Flame Strike. Становится жарко. Неужели это победа? Неужели это победа? Становится жарко. Харю ему надо было. Отлично. Мы добыли первый фрагмент. Ох, побег из храма. Так, но тут нам... В принципе, можно попробовать фризмагом. Я не помню, правда, какой он у меня. Там главное продержаться. Там урон не надо наносить. Главное не впитывать и держаться. И гибнущий храм. Не стоило напрашиваться. В принципе, все это может подойти. Только нахрена мне лепрогном? Да, тут не та колода. Потолок обваливается! Повсюду монстры! Поторопись! Чего таращишься? Ха-ха! Сияющее озеро! Как любопытно! Слушайте, он... Сейчас не время. Будет получать урон каждый раз, когда попытается взять карту. Это интересно. Он так не считал, да? Без сучка, без задоринки. Повезло. Почти как я. Берегись, гигантский валун подлетит прямо в тебя! Жезлу. Что? Жалко ему этот камешек передать нельзя. Охренеть, конечно, существа 8-8.
как будто знал, как бить. Какая милая статуя и блестящий рубинчик. Давайте две карты возьмем. Он, кажется, недоволен. Может, вернем ему камешек? Там некому туда вставать просто. Мне бы заморозочку. Так, всех завалило, у меня два НВО. Не благодари. Прошли. Конец близок! Мне нужно... Дело сделано. Блин, ледяная стрела. От меня никто не уйдет. Так, это мы сделали. Отлично, снежная буря. Надо мне, нехорошо. Не видно низги. Но с этой штукой мы найдем выход. Вперед! Сразиться с големом. Туда нельзя. На один ход ближе. А что я могу голему сделать? Я могу его заморозить, да? Либо я могу его убить, подожди. О, опять, суки. Кольцо холода. Почти выбрались. Я уже вижу свет. Просто изи фризмагом. Главное знать, что когда. Ура! Я даже рад снова оказаться в этой пустыне. Погоди, а где моя фляжка с водой? Хватит болтать. Да, последний вообще самый легкий оказался. С первым я, блин, намучился. Со вторым, ну, не так сильно. Вот первый очень сильно доставил. Вот. Все, героический режим пройден в храме Орсиса. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Всем пока.